Станице Северской большое внимание уделяется благоустройству общественных территорий. Активно создаются пространства для комфортного отдыха станичников. В этом году торжественно открыли сквер «Сосновая роща» на Азовском перекрестке. В процессе возведения еще один объект под названием «Солнечный» на территории общежитий. На стадии усовершенствования – Парк Победы. Здесь уложили плитку, установили лавочки и урны, посадили зеленые насаждения, привезли военную технику. Неподалеку обустроили детскую площадку. Будут установлены дополнительно еще скамейки, урны. Ну, то есть здесь мы еще только начали благоустраивать, но в конечном итоге доведем до логического заключения. Не забывают и про центральный парк имени Пушкина. В целях обеспечения безопасности установили видеонаблюдение. Запись с камер попадает на единую дежурно-диспетчерскую службу. Отреставрировали аллею «Северский Арбат», пострадавшую от снегопада. На детской площадке установили новое игровое оборудование. Также проведен капитальный ремонт теплицы. Выращено и посажено более 100 тысяч цветов для озеленения. Работы по благоустройству общественных пространств будут продолжаться и дальше. В этом году на благоустройство было выделено порядка 8 миллионов рублей. Но часть из этих денег – это были краевые средства в рамках софинансирования, ну и часть, соответственно, нашего бюджета. Значит, на следующий год мы подали заявку Министерства ТЭК и ЖКХ в рамках комфортной городской среды на благоустройство территории парка «Островок». Выделили нам 52 миллиона рублей. И, соответственно, наша часть тоже софинансирования будет. Надеемся в следующем году его реализовать. Проведен капитальный ремонт туалета в здании Северской администрации. Поскольку здесь же расположено отделение соцзащиты, привести в порядок уборную было особенно важно. Не остается без внимания и дорожное покрытие райцентра. В 2021 году на ремонт дорог запланировано выделить 34 миллиона рублей. Происходит ремонт тротуаров, асфальтирование остановок, установка дорожных знаков и ограждения тротуаров, нанесение разметки, а также проведен ямочный ремонт отдельных улиц. Важнейшая задача – подготовка к отопительному сезону. Построена новая блочно-модульная котельная на улице Запорожской. Основное оборудование уже установлено. Сейчас ведутся заключительные работы. Данная котельная строится благодаря помощи краевой администрации. Соответственно, мы вступили в программу софинансирования. Был разработан проект строительства котельной. Прошел экспертизу. Мы подали заявку в Минтек на выделение субсидии. Соответственно, нам деньги были выделены. И уже котельная строится, подходит к концу ее строительства. Благодаря участию в программах софинансирования и грамотному распределению бюджетных средств, северское поселение продолжает развиваться.